Менеджера дает. Субмарин, наверное. А какой интерактив? Спасибо большое, Найт. Чат. Найт тут вас развлекать решил? Отгадываем фильмы, которые я загадал по песням в плейлисте. Кто первый напишет чат правильное название фильма, получит мне 100 рублей на его фильм на Кинауке. О, нифига! Охрененно. Давайте ее возьмем. Блин, какой крутяк, конечно, вообще ты придумал. Шикардос какой-то. Есть. Я даже это заберу. Эти песни звучат в фильмах. Все, погнали. Из какого фильма песня? Угадываем чат. Нормально слышно? Я не смотрела, наверное. Что-то муавки было. Блин, какая-то шляпа. Ты гля. Да, у нас будет через час киноаукцион. Так что посмотри, нет ли твоего фильма в списке, и пиши, какой фильм ты добавишь в колесо. В каком фильме была эта песня? В каком фильме звучала песня, которая играет первым, то можете добавить свой фильм колесо на Кинауке. Можете сразу, если отгадали, его писать. Но сначала проверьте, не смотрели ли мы его в команде кино. И этот уже отгадали. Форсаж 1. Жесть, сколько демонов. Девять монет! Золотая мышь! А золотая мышь, а золотая...
Прикольно, да. Режу это. Опа! Опа! Да. Бля, и дракари дали прям ровно под озолотитель. Просто нереально. Мы сейчас ее и позолотим. Единственное, что они как-то верно не качаем, нужно найти для этого карты. Но с другой стороны, не так дохера уже сатов. Это прям супер голдфиш. Заход. О, селфхарм. Пипец. Я бы поставила и вместе с этой, но пока нет, не могу, сори. У меня слишком много хп уйдет от этого. Брелок не работает. Но я не могу его сделать, чтобы он работал пока никак. Но не могу. Я могу только минус лицо сделать. Я могу попробовать минус лицо сделать, конечно. Но не хочу. Ну, плиз. Я не могу ее так субхармить сильно. Да что ж такое-то? Ладно, я, наверное, такую поставлю. Все, какой-то толк будет. Лемы. Золочение.
поздновато, конечно, но что поделать. Идеальная игра, конечно, не идеальная. Идеально было бы, если бы у нас еще на селфхарме было что-то, чтобы закачать таверну. Или вот этот запах пораньше бы пришел. Ее! Молодец, лисичка. Надо еще потаунтить будет дракаре. Будет когда-нибудь. А то я пока искала карты на селфхарм, уже и катка кончилась. 13 ход всего лишь. Быстро мы. Дыхай ролили. Ну что продать? Я бы сделала, но... А как? Просто золотим эти три карты и сидим. Сейчас какой-нибудь таунт найдем. Вот. Тебя. И сидим. Все. Больше ничего не надо. Наги, иди. Никто на бордах не играет даже. Даже больше и вообще ничего не надо делать в этой игре. Просто сиди, кайфуй, ешь. А почему нет? Что за хейт? Не понял. Какова же красота? Это ловушка. Первый-то Джокер с трудом смотрела, а тут еще второй. Феникс. Феникс, да. А имя? Так, чат, откуда песня? Угадываем. Еще три. Их маловато. Уакин. Феникс, точно. Спойлеры! Бля, какой человый стол. Просто. Самый ленивый на свете. Надо бы подумать. Будет ли кто-то переобуваться в яды? Можно гулю поставить. Как вариант. От всяких неприятностей. Сейчас еще гулю позолотим. Что-то все зависло. А, это песня «Откуда чат?». Кто первый гадает, тот сможет добавить свой фильм на аук от Найта. А, все? О, уже закончилось последнее. По кругу пошло. Все. Получается, все угаданы фильмы, да? Никто не пропустил.
ни одного фильмеца. Ура, ура, ура. Спасибо большое, Найт. Это было очень-очень-очень интересно. Спасибо большое. Так. Тогда кто там что загадал? Интерстеллара. Кто там что загадал? Мне нужно списком отдельно. Блин, сейчас. Я возьму еще. На замену, так сказать. Если нужно будет разлочиться. Сомневаюсь, что это мне пригодится, потому что все же по ведьмам играют. Спасибо большое за зелечко. Это сейчас было или давно когда-то? Где музыка из Интерстеллара? А, всего. Кстати, видели теорию про Интерстеллар, про то, что это все его... предсмертный хрип. Сейчас. Жесть. Шесть. 40 минут? Опа. Блин, хочу вторую золотую мышь поставить ради мемов. И умереть. Вот, теперь доволен. Все лагает очень сильно. Воруй, воруй потихонечку. Сейчас там, короче, яды с призывом ядов, с призывом ядов. И мы умираем. Блин, там гриб был большой. Нет, ладно. Он реально думал, что меня перескейлит. Ну что? Не надо! Вау, это демоны, конечно. Самый демонический демон из всех, что мы видели. Картавые парни? Я думала, это название группы. Сижу, думаю. Группа, фильм, что это? Ей! Ты еще не подписан на канал? Сейчас самое время это исправить. Также переходи на Twitch, если хочешь смотреть трансляции онлайн, Telegram, чтобы быть в курсе новостей, и Donation Alerts, чтобы поддержать меня.